Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова, и сегодня у нас обзор продукции компании Riche. Мне прислали на обзор целый антицеллюлитный комплекс. Кстати, я очень обрадовалась, потому что давно его хотела. Очень эффектная упаковка вот такой большой коробки. Мы будем вместе с котом смотреть, делать обзор. Внутри лежат три продукта. Итак, что же здесь, давайте посмотрим поближе. Кофейный скраб для тела мандарин, вот так он запакован в пакет. Вы знаете, в таких пакетах зачастую продают кофе. Далее, сейчас покажу, в таком мешке из ткани, как подлен, такая натуральная ткань, лежит большая щетка для сухого массажа. Сейчас мы рассмотрим эту щетку, я про нее столько много слышала. Она очень красиво сделана, из цельного дерева, отлично обработаны все края, то есть она приятная в руках. Сама щетина очень упругая, такая прям жесткая. Ну, я не могу сказать, что она слишком жесткая, мне кажется, такая вот хорошая жесткость. Сейчас будем пробовать на коже, как отреагирует кожа. И ну вот несколько щетинок выпало, а так, если подергать, то они очень даже хорошо держатся, все щетинки. И щетка очень большая, то что тоже очень важно. И третий продукт в этом комплексе — это масло для тела. С натуральные масла, целый комплекс, которые обладают таким антиоксидантным действием. Вот такой вот флакончик масла. Такой жиденький, красивый флакон. Мне очень нравится упаковка у компании Riche. И очень вкусно пахнет масло. Будем пробовать. Буду рассказывать свои впечатления. Первое, с чего мы начнем, это сделаем сухой массаж. Такой сухой массаж очень хорошо помогает усилить кровообращение кожи. Помогает отшелушить мертвые клетки, и если пользоваться регулярно, то есть делать такой массаж на все тело, то со временем получается кожа становится более ровная, более гладкая, уменьшается целлюлит и растяжки. Итак, хочу попробовать, как эта щетка будет на коже. Единственное, на коже рук чувствительность выше, чем на коже ног, бедер, поэтому я буду потихонечку это делать, так чтобы не испытывать неприятных ощущений. То есть всегда, когда мы делаем какие-то процедуры, нужно максимально стараться сделать это и приятно, и эффективно. Ох, как начинает все гореть. То есть сразу видно, появляется такая краснота, кожа становится розовенькая, и вот прямо она горит. Такая теплая. Я уже пробовала на ноге, я могу сказать, что эффект классный, то есть кожа стала такая прям вау, горячая. Я думаю, что именно вот на такую разогретую кожу классно потом делать немного скраб и добавить масло. Давайте попробуем теперь скраб. Скраб я еще не пробовала, будем вместе с вами первое впечатление получать. Так, как ее оторвать? Здесь есть специальные такие зазоры для того, чтобы открыть, и закрыто вот так. Ага, я вижу, скраб не сухой, то есть он уже такой вот консистенции влажной. Пахнет очень вкусно, такой приятный аромат, но я честно ожидала, что будет прям кофе-кофе, а аромат получился даже вкуснее, чем я думала. Естественно, мы скраб всегда наносим на влажную кожу, поэтому я сейчас смочу руку водичкой и небольшое количество скраба нанесу на кожу. Ой, надо поменьше. Сразу появляется кофейный оттенок, такой коричневатый. Приятный скраб, он не слишком царапучий, то есть он приятно перекатывается по коже, и я прям вижу кусочки кофе, молотого кофе, так интересно.
По всей видимости, в состав добавлены какие-то масла, потому что кожа уже на этом этапе стала гладкая-гладкая. Я даже вот еще не смыла ничего, а кожа уже гладкая. Очень интересный скраб, такой я раньше не пробовала. Так, все, мы смываем. Обязательно сделаю всю эту процедуру в ближайшее время на все тело. Так, и немножко протереть полотенцем. И теперь попробуем маслом. Такое вот очаровательное масло в стеклянном флаконе. Масло через небольшое отверстие мы извлекаем. Так, попробую на руку. Ну вот масло, не знаю, как-то оно, может, должно открываться. А, да, здесь закрыта крышечка. То есть нужно было вынуть пластиковую крышечку и небольшое количество масла. Чудесный аромат я наношу на кожу. А за счет состава вот эти вот масла, они усиливают регенерацию клеток кожи. И вот это все, весь, вся процедура, то есть сухой массаж, потом скраб, масло, все это усиливает кровообращение, снимает слой мертвых клеток, усиливается все процессы регенерации и возрождения клеток, и за счет этого кожа с каждым днем будет становиться ровнее, сиять начнет, да, такой розовый приятный цвет, и я уверена, что будет усиливаться тонус кожи, то есть она будет более ровная, гладкая и приятная на ощупь. Впечатление достаточно приятное. Итак, давайте подведем итог. Я все попробовала, и мое впечатление очень приятное. Мне понравилась щетка, она отличная. Я, кстати, видела подобные щетки на других сайтах по более доступным ценам, то есть там была цена 250, 300, 400 рублей, но я их в руках не держала, поэтому я не могу ничего сказать, а эта щетка действительно очень крутая. А далее, по поводу скраба, мне понравился аромат, мне понравился эффект на коже после применения скраба, но мне не понравилось, когда я его брала в руки, то, что половина осыпалась мимо моей кожи, то есть как бы уходит в ванную, это мне не очень понравилось, но зато классный аромат и кожа очень гладкая после этого скраба, а вот масло, оно действительно чудесное, чудесно пахнет, классно впиталось, кожа очень гладкая. Единственное, что я не рекомендую его использовать с утра, потому что у него достаточно сильный аромат, либо тогда не пользоваться духами, потому что будет пахнуть от кожи, то есть да, от нас будет пахнуть этим маслом. Но масло действительно понравилось. По поводу цены. Прямо сейчас на сайте Реше вы можете зайти посмотреть на этот набор и на другие продукты, скидка 50%. То есть получается весь этот набор в коробке стоит 2435 рублей. 50% скидка. Вот. И еще хочу сказать, что мне уже присылала компания Реше на обзор продукцию. Была серия для волос и антисептик. Вот, антисептиком пользуюсь. Посмотрите видео, если интересно. Вот серия для волос тоже у меня вызвала некоторое, ну, как бы 50 на 50 и понравилось, и есть то, что не понравилось. Поэтому, когда вы берете какую-то продукцию или хотите заказать, обязательно читайте отзывы, смотрите отзывы на канале YouTube от других людей, кто пробовал, и тогда уже делайте свой выбор, потому что хочется всегда взять продукцию, и чтобы она приносила и удовольствие, и классный результат. Если мое видео полезное, ставьте, конечно же, лайк. Если у вас есть уже какие-то свои впечатления от этой продукции, вы брали, пробовали, пишите в комментариях, потому что такие отзывы, они всегда полезны для других людей. И я вам всем желаю красоты, красивой, ровной кожи, стройного тела, идеально гладкого и
молодости. С вами была Лилия Донскова. Всего доброго, пока-пока!